Таркмасов, Ростовская область. Эльдар Ахмадудинов, Республика Дагестан. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Борьба за бронзовую медаль. Фарнат Томаев, Республика Северная Осетия, Алания. Ариф Гаджиян Абдуллаев, город Калининград. На ковре А в красном углу ковра Карабдин Каркмасов, мастер спорта России, борьбой занимается на протяжении 13 лет. Представляет город Ростов, училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Сергея Алупаева. Его соперник Эльдар Ахмадудинов представляет команду Республики Дагестан, мастер спорта международного класса. Борьбой занимается на протяжении 13 лет под руководством Абдурахмана Мирзаева, Мурада Ахмадудинова. Лучшие спортивные результаты. Победитель первенства России среди спортсменов до 20 лет. Серебряный призер первенства мира. На ковре Б встречается борец в красном трико. Фарнат Томаев, Республика Северная Осетия, Алания. Кандидат мастера спорта, тренер Андрей Валиев. Его соперник, борец в синем трико, Ариф Гаджиян Абдуллаев, город Калининград. Мастер спорта, борьбой занимается 10 лет. Победитель первенства России, бронзовый призер чемпионата России. Водитель «Газели», госномер 021, пожалуйста, уберите «Газель» 021. Пустые тыки комментировали. Старший Ахмадудинов. Через залив просто. Не отрасли, он тебе будет. Спасибо за это.
начинается ли шоу? Убежу, что он выиграл. А там уже пойдем. Но это вот смотри, с чего дали? Александр. Камера держи, да? Ты вот такой человек, я вот такой человек, да, хорошо. На ковре А победил Эльдар Ахмадудинов, Республика Дагестан, и стал бронзовым призером весовой категории до 65 килограммов. И стал бронзовым призером весовой категории до 65 килограммов.